Just bounce to this. Thank you. Shotgun on the mic. Thank you for stopping by, subscribing, like. Today we have the lovely Patricia Martinez. Let's welcome her to the Shotgun 2. Итак, Патрисия Мартинес, Испания. Готова? Тем временем наблюдали мы, как Роман выйти взял высоту в 430. Продолжает получать заветные очки. Как закончится эта дисциплина? Действительно, с Испанией заступ был, поэтому, к сожалению, Патрисия Мартинес, 5.84 ее результат, и мы готовимся. Первая попытка у представителей Испании, и в это же время его соотечественник Мартинес осуществляет свой третий прыжок. Заступ, к сожалению. Выходят белорусские спортсмены. 1.33.91. Такое время у сборной Украины. 1.34.65. У испанцев 1.37.83. У представителей Турции. Будем иметь в виду это время. На него будут ориентироваться следующие забеги. Я думаю, конечно, будет очень тяжело другим странам, смешанным эстафетам, побить это время, потому что очень украинцы этот забег. Тем временем Ким Коваленко готовится исполнить высота. Решил он перенести свою последнюю попытку на более высокую высоту. Тем рядом с нами стоит и кричит. Такая поддержка Патрисии Мартинес. Ну, давай, Патрисия. Заступ, к сожалению, имел место быть. 5 лучше. Лучший результат, да.